Приветствую всех зрителей моего канала. Сегодня 4 июля 2015 года. Завтра воскресенье, 5 июля. Очень важный день для Греции, потому что завтра будет референдум. И от результата этого референдума будет зависеть, по какому пути развития пойдет Греция и какая жизнь будет у греческих жителей. И сегодня я вам хочу рассказать о ценах в греческом магазине за один день до референдума. Потому что после референдума мы не знаем, какая будет валюта в Греции и какие цены будут в Греции. Покупки мы делали в греческом магазине, который называется My Market. Это 100% греческий капитал. А какие покупки, я вам сейчас расскажу. Оливковое масло Altis. Здесь 2 литра и стоит он 11,95 за 2 литра. Сахар, это греческий сахар, килограмм стоит 79 центов. Фирма Миско основана в 1927 году, и она выпускает только макаронные изделия. Вот такие макаронные изделия, которые называются ризаки. Они очень по своему внешнему виду, они похожи на рис, но это такие макароны. Здесь их 500 грамм, и они стоят евро 15. Мука, это килограмм здесь муки, она стоит евро 15. Вот это вот молоко, это греческое молоко. Здесь тоже 7,5% жирности. И оно стоит 95 центов. Вот это молоко, здесь тоже 7,5% жирности. И оно стоит 36 центов. Традиционный греческий козий фета сыр. Здесь его 400 грамм. И он стоит 4,36. Витам, это масло 250 грамм, но это все растительного происхождения масло. Стоит 94 цента. Ну, если масло стоит 94 цента, то, естественно, это растительное масло, а не натуральное животного происхождения. Вот это рис для супа. Вот он такой беленький рис. Он стоит полкилограмма евро 52. А вот это вот рис пропаренный для вторых блюд. Он стоит евро 86, тоже полкилограмма этого риса. Сыр Голда 6,25 за килограмм. Вот такой. И это копченая ветчина с курятиной. Она стоит 14,65 за килограмм. Вот здесь вот полкилограмма. Из таких промышленных товаров. Это белизна, здесь 2 литра. Она стоит 10 центов. Вот такие вот салфеточки Пеппи, они стоят 73 цента для кухни, для раковины, для плиты, вот такой вот. Он стоит 2,89, тут вот две упаковки. Так что вот у нас такие цены в Греции на 4 июля 2015 года за один день до референдума. Благодарю всех за внимание и до встречи. Пока-пока!